как видите, первую половину бакса мы уже покрыли черным сатином, точно таким же цветом, как наша машина. Будем отрезать остатки и клеить поверх рекламу. Оставайтесь с нами, увидите, как будет выглядеть это все дальше. Оля, 50% работы уже сделано. Ну что, наконец-то наш багажник на крышу, дом для робота полностью готов. Мы сделали врап с двух сторон и нанесли наш логотип с рекламой. Сейчас мы попробуем вам показать, как он открывается, как укладываются ноги и сколько остается свободного места, и что в целом можно перевозить на нем. Открываем. Открываем. Длину он составляет 1,91 м, если не ошибаюсь. Наши ноги гораздо короче. Отлично, что здесь есть поддерживающие устройства, да, непосредственно доводчики, да, которые держат крышку. Мы грузим впервые эти ноги вместе с вами, так что мы еще сами даже не знаем, насколько все поместится и сколько будет еще свободного места. Но по нашим расчетам все должно поместиться. Две ноги. Ну как-то так. Это у нас две ноги и две руки. И в принципе еще место остается порядка сантиметров 70, наверное. Ну и ширина самого сантиметров 60. То есть, в принципе, можно сюда положить всякую мелочевку, да, какие-то отлично. Костюмы. У нас есть подкостюмники, и мы можем их как раз здесь и складывать. Одна сумка, вторая, третья. То есть порядка 3-4 сумки можно свободно поместить. Шлем. Что, попробуем все закрыть? Плотно упаковать. Давай попробуем. Отлично. Все? Все. Осталась грудь в салон. Осталась грудь. И робот готов. Все, можно уносить и ставить на крышу. Оставайтесь с нами, и мы вам завтра покажем, как мы будем ее устанавливать на крышу и как это все выглядит на дороге. Завтра. Ну что, машина готова уже, наш бакс на крышу тоже готов. Осталось просто все это поставить и закрепить. Мы постараемся вам максимально близко и качественно четко показать, как это все крепится и как это будет выглядеть. Оставайтесь с нами, вы все увидите. Let's go! Открываем наш бакс ключом и начинаем крепить фиксаторы, чтобы бакс был зафиксирован на одном месте и его не сдуло ветром.
Мы установили бакс на крышу, и теперь я могу вам сказать маленький совет, как установить этот бакс симметрично на крыше, чтобы он был равномерно с правой и с левой стороны. Смотрите, есть специальный вырез, и мы можем благодаря антенне поставить все по центру. Как видите, все работает, и бакс у нас теперь стоит ровно по центру симметрично. Чтобы закрепить бакс на крыше, достаточно закрутить всего лишь крепление, и надо обязательно услышать, чтобы было слышно два щелчка. Вы услышите сейчас сами. Раз, два. Готово. Итак, четыре штуки, и будет готово. Точно так же с этой стороны мы фиксируем два крепления до двух щелчков. И наш багажник готов. Фиксируем задний до двух щелчков. Раз, два. И фиксируем передний также до двух щелчков. Раз, два. Все. Все готово. Можно грузить вещи и отправляться в путешествие. Оставайтесь с нами, и вы обязательно увидите, куда мы направляемся и для чего нам нужен был этот бакс и куда мы поедем. До скорых встреч. Press the thumbs up button if you enjoyed our video. Definitely subscribe and turn on your notifications not to miss any of our videos. Check out some of our new videos, and thanks for watching.